Всем привет! Сегодня у нас с вами будет самый долгожданный челлендж. Я, честно говоря, и сама его хотела давно снять, потому что задумка очень даже прикольная. И это видео мы будем снимать вместе с Сашей! Всем привет! Мы приготовили кучу ингредиентов, и челлендж будет заключаться вот в чем. Мы будем просто брать клея, какие-то добавки, которые нам захочется, и будем делать максимально красивый слайм по своему собственному дизайну. А потом мама моя будет ставить нас на паузу, и тогда, если меня поставили на паузу, то Саша может мне налить какой-нибудь в желтый клей, темно-зеленый клей. И тогда у меня испортится цвет слайма, и, соответственно, так мы будем делать друг другу. Я надеюсь, что вы все поняли, но даже если и нет, то сейчас вы все поймете. Ну что ж, давайте скорее начинать, но перед тем, как мы начнем, вы сами знаете, что вам нужно сделать. Это обязательно сейчас проверить, красная у вас кнопочка подписаться или же серая. Если она у вас до сих пор красная, то нажмите на нее, сделайте ее серой, и тогда мне будет очень приятно. А сейчас начинаем! Итак, начинаем, и давай брать сначала основу, то есть клей, вот тут он весь у меня стоит, выбирай цвет, который тебе нужен. Я, наверное, возьму фиолетовый, такой вот. Он темный, конечно, но он красивый. Я взяла прозрачный. Прикалываешься. Ой, подожди. Выливаем клей. Ой, красивый такой цвет. Но я, наверное, вы знаете, возьму вот так вот немного фиолетового наполовинку и смешаю его с розовым. Я налила прозрачный клей. Теперь буду выставлять. Кристина, пауза. Тебе не будет тебя красиво. Ой, как красиво. Кристина, пауза. Уйди! Ну, такая красота. Конечно, это похоже на горный слайм, но он еще не загустившийся. Ну, в принципе, у меня получится горный слайм, а у Саши просто прозрачная масса. Кстати, зацените наши красивые ложечки. Во-первых, я вылила гораздо больше розового клея, чем хотела. Спасибо, мама. Вот, ну давайте дальше. Я хочу... Ага, ну окей. Тогда я возьму еще розовый, чтобы все-таки тот зеленый мне не испортил все. Он тоже на белой основе, ладно, уже теперь все. Саша, пауза. Yes. Он уже вылез. Какой же у тебя там? Сашан, пауза. Саша! Нет, ну мне нельзя так. Ты че? Спасибо. Я перемешу. Что это? Это бабу, это красивый. Можешь, пожалуйста, мне? У тебя красиво, смотри, какой у меня, блин. Зеленый. Помоги мне, пожалуйста. Просто, чтобы вы понимали, я думаю, вы видите мой цвет. Помоги мне разминуть. Да не надо тебе. Я воспользуюсь красителем, добавлю фиолетовый. Смотрите, у него красиво, я ее хотела сделать некрасиво. Я добавлю вот такие вот конфетюшки, они просто супер классные. Я добавлю. Саша, пауза. Нет! Саша, пауза. Я не знаю, что тебе еще сделать. Так, ну... Саша, пауза. Кинетический песок. Саша, пауза. Я настолько сильно... Нельзя вытаскивать. Я настолько сильно заторопилась, что вывалила весь песок. Спасибо тебе большое. Ой, ты сломала ложку. Она не размешивается. Супер клаун слайм. Я добавлю аромку Bavarian Cream, потому что зубная паста очень... Ой, зуба. Эта пенка, не очень вкусно пахнет. Что мне подходит? Хочешь, тоже возьму? Мне ничего не подходит. У тебя получается лаймовый пирог с малиной, не знаю, что. Кристина, пауза. Спасибо. Спасибо. А, ну ладно. А, блин, ты весь кинетический песок добавил. Я... Так. Кристина, пауза. Все, не успела. О, я добавила вот такие вот посыпушечки. Красиво. Так, ну что я могу сказать? В принципе, у меня очень даже неплохо. Сыль вода, сыль вода. Давайте крошку печенья. Фиолетовую как раз. Не закрывается. Еще закроется. Кристина, стоп.
пауза. Скажи спасибо. DIY слайм. Я решила, что последним я добавлю вот такие вот блесточки. Перламутровые, очень красивые. А Саша, что? Пауза. Пауза. Я сама заплела. Пожалуйста, поставьте ее на паузу. Куда ее поставить? В угол, может быть. На паузу. Ну что ж, пришел тот самый момент, чтобы загущать слайм. Сейчас мы все это уберем лишнее и будем загущать. Так, Саша у нас решила добавить ароматизатор еще под конец. Какой у нас Bavarian Cream? Ну-ка. Саша, пауза. Я там добавляла. Вот она. Саша, пауза. Итак, ну что ж, пришел тот самый момент, когда мы будем это все загущать. Мы будем использовать тетраборат натрия, просто обычный, без ничего. И добавляем, сейчас добавлю себе, тебе. Кристина, пауза. Льется тетраборат. Мама, у меня же льется тетраборат. Кристина, анпауза. Стоп. Вот что получается. У меня тут уже вот такой вот сгусток прекрасный, желтая глина, все вместе. А вот что... Here's the motherfucking tea. Вот такая вот чудесная полянка цветов у Саши. Всем приятного аппетита! Он очень классный слайм. Вот эти он кликает. Даже ща-ща. Еще тянется! А еще знаете что? У него есть одно главное преимущество. Так как мне Саша добавил туда искусственный снег, он очень круто дризлит. Смотрите, какой дризл. Дризл такой же, как у американских слаймеров. Так, уроки тенниса. Так, ну что ж, вот наш челлендж подошел к концу. Я очень надеюсь, что он вам понравился. И вы не забудьте его оценить пальчиком вверх. Подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Также не забывайте, что есть в других соцсетях. Лайк и инстаграм, и ссылочки на них всегда есть в описании. Мы вас всех целуем, обожаем, обнимаем. И всем пока-пока!